Было ли когда-нибудь в вашей жизни, что вы что-то потеряли? Или были очень расстроены, потому что не могли найти потерянную вещь? Здесь изображена женщина, которая отчаянно что-то ищет. Она стоит на коленях, опирается руками о пол и изо всех сил старается найти то, что потеряла. Сегодня мы попробуем исследовать, что хотел передать художник, нарисовавший эту картину. Кто эта женщина? Что она потеряла? Кисть мастера с Нилом Скофилдом. Потерянное и найденное. Бруклинский музей – один из самых больших и наиболее посещаемых музеев в Северной Америке. В нем находится 1,5 миллиона картин и артефактов. 4 тысячи из них из Египта. Там есть даже мумии людей и животных. Целый зал с мумиями. Также там много статуй и статуэток. Самый знаменитый артефакт — это птица-женщина, одна из самых старинных в мире статуй из терракоты. Но Бруклинский музей — это прежде всего музей искусства. В нем находится множество картин на религиозную тематику. Мое внимание привлекла вот эта картина. Эта картина называется «Потерянная драхма». Она напоминает о притче, которую рассказал Иисус о женщине, потерявшей драхму. А это была ценная монета, и она начала искать ее. Некоторые художники изобразили эту притчу в своих картинах. Но на этом полотне мое внимание привлекли прекрасные цвета и ее одежды. Посмотрите на этот зеленый, голубой, красный и ярко-желтый. Остальная часть картины довольно темная. Таким образом, использованные цвета привлекают наше внимание к женщине и к тому, что она делает. Второй момент, который я отметил, это то, как интенсивно и напряженно женщина ищет. Другие художники изобразили женщину, ходящую со свечой в надежде найти монету. Но этот художник изобразил ее иначе. Женщина почти лежит на полу, ищет среди пыли и грязи, рядом с ней зажженная свеча, а в руке палка или метла. Она делает все возможное, чтобы найти одну потерянную монету. Художник отправляет нам отчетливое сообщение. Эта женщина намерена найти монету, невзирая ни на что. Художник, написавший эту картину, Джеймс Жак Джозеф Тиссо, француз, живший в 19 веке. Он уже в 17 лет знал, что будет художником. Портфолио Тиссо включало большое количество картин разных стилей с изображением разных объектов. Он был иллюстратором ярмарки тщеславия в Лондоне. Также он нарисовал корабли, общественные встречи, портреты элегантно одетых женщин. Хотя Джеймс вырос в строгой христианской семье, он был известен своим роскошным стилем жизни и множеством скандалов вокруг его личности. Джеймс считал, что Бог не имеет значимости в жизни. В конце концов, он жил хорошей жизнью, был окружен известными художниками и членами высшего общества. Но с Джеймсом Тиссо произошло нечто невероятное. В 1895 году, когда Тиссо было 50 лет, ему дали указание изобразить грех. Ему следовало пойти в церковь и понаблюдать за служением там. Тиссо рассказывал, что в парижской церкви Сен-Сюльпис он увидел изображение Иисуса. На нем он помогал бедной паре, которая пострадала из-за обрушения здания. Джеймс Тиссо был очень впечатлен любовью и заботой Иисуса. Он вышел из этой церкви уже другим человеком. Его уже не интересовало написание картин с изображением членов высшего общества. Он посвятил себя написанию картин-притч из Библии. Он отправился на Средний Восток, изучал географию, архитектуру, культуру. Знание этих предметов помогало ему писать картины. В Бруклинском музее находятся некоторые его наброски картин, сделанные им еще на Среднем Востоке. В общей сложности он написал 700 картин с изображениями Иисуса и библейских сюжетов. 350 из них находятся в этом музее. До сих пор можно купить Библию, иллюстрированную Тиссо. Истории в ней оживают, поскольку нарисованы очень живо и отчетливо.
А вот литография столетней давности. На ней изображен Моисей, держащий в руке 10 заповедей, как свидетельство против грехов народа. А вот у меня иллюстрированная Тиссо книга об Иисусе. Книга описывает жизнь Христа, событие за событием. Здесь также находится картина, о которой мы говорим сегодня. Когда жизнь Джеймса Тиссо изменилась, он написал душевный стих, в котором выразил свою новую цель. Так мало времени, а много надо написать о ценностях. Года потрачены на общество безумные дела в земных беседах. Пусть холст парит скорее, чтоб подсыхал явление царя тем, кого он благословлял, но сам же бедный пострадал, пусть кисть моя раздастся пением. Одна из его картин о ценностях — это потерянная драхма. Мы спросили некоторых людей о том, что они видели на этой картине. Когда я взглянула на эту картину, то увидела распростертую на полу женщину, которая ищет что-то. Что она делает на полу? Наверное, пробует достать что-то. Интересно, что именно? Это заинтриговало. Она выглядит усердно и отчаянно ищущей что-то. Мы не можем разглядеть ее лицо, но, судя по ее стараниям, она точно ищет что-то. На ней чудесное платье, но она не боится встать на колени. Ей не страшно запачкать этот наряд. Она старается достать то, что ищет. Вокруг нее темно, но то, как она ищет, похоже на поиски света. Думаю, это нечто очень важное и очень нужное для нее. Конечно же, знание этой истории помогает понять суть. Это короткая притча из трех стихов. Вот она. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи, не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике, кающемся. Когда я читал эту историю и рассматривал картину, меня посетили две ключевые мысли. Во-первых, Бог сделает все возможное и невозможное, чтобы спасти нас. Во-вторых, сделал ли я все возможное, чтобы спасти других? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте сперва посмотрим на монету. В моей руке монета со времен Иисуса. Это настоящая греческая драхма. Одна такая драхма вряд ли сделала бы вас богатым человеком, даже в наше время. Это старинная монета, не имеет большой ценности. Это драхма со времени Александра Великого. Ей 2300 лет. Я приобрел ее на eBay за $50. Теперь вы можете представить, какова была ценность драхмы во времена Иисуса. Для нас с вами это просто мелочь. Историк Джой Сифус рассказывал, что солдатам продавали глоток вина за одну драхму. Так в чем смысл? Если бы вы уронили одну такую монету, то даже бы не утруждали себя тем, чтобы поднять ее. Мы думаем про себя, смотря на эту женщину. Невелика потеря. У нее же осталось еще 9 монет. Зачем утруждать себе ее поисками? Это всего лишь одна драхма. Но эта женщина не была такого же мнения. Слово, которое Иисус использовал, чтобы описать поиски драхмы, имеет оттенок неотложной срочности. Неважно, как долго и какой ценой, но эта женщина не прекратит поиски, пока не найдет то, что ищет. Давайте представим себе завершающую сцену. После длительного тяжелого поиска женщина наконец-то нашла монету. Вот она. В Библии сказано, что она созвала всех соседок, чтобы отпраздновать это событие. Как вы думаете, она пойдет по улицам своей деревни и будет кричать: «Радостная новость, приходите на празднование, давайте это отметим»? Она постучит в каждой двери: «Скорее приходите! У меня такая радость! Вы не поверите тому, что произошло со мной! Это самый счастливый день в моей жизни!» Все эти женщины
приходят в предвкушение празднования и не представляют, что же за новость у нее. Может, день рождения или юбилей? Может, она родила ребенка? Или же переезжает из этого забитого села в новый дом? Может, она нашла сокровище? Все они пришли и, затаив дыхание, ждут шокирующие новости. Женщина говорит: «Разрешите поделиться с вами важной новостью. Я нашла драхму». Вот она. Вы можете подумать, что это довольно унылое селение, если самая яркая новость там — это одна найденная драхма. Но в этом заключается суть. Эта женщина потратила больше денег на празднование, чем стоимость самой монеты. Для нее эта мелкая монета была всем. Как эта притча относится к нашей сегодняшней жизни? Что Иисус говорит нам? Какие чувства хотел вызвать Джеймс Тис со своей картиной? Во-первых, этой потерянной монетой можете быть вы. Вы можете потеряться в жизненной пыли, чувствуя, что всем безразлично ваше существование. Как эта монета. Вы не можете найти себя, но также вы можете даже не осознавать, что вы потеряны. Во-вторых, эта женщина символизирует любящего Бога, для которого вы очень важны, независимо от того, что о вас думают другие. Для него вы бесценны. Ключевая идея данной притчи такова. Чего бы это ни стоило, Бог отдаст всего себя, чтобы отыскать вас, поднять и навеки быть рядом. Джеймс Тиссо хотел, чтобы, смотря на его картину, вы почувствовали, что Бог ценит и любит вас. И вы просто не сможете не полюбить его в ответ. Это еще одна картина Джеймса Тисса. На ней он изобразил притчу Иисуса о человеке, который продал все имение, чтобы купить участок дешевой каменистой земли. Для чего? Потому что он знал, что найдет там сокровище. И это сокровище было важнее всего для него. Мне нравится, как Тисса изобразил этого мужчину, лежащего на земле, прикрывающим свое сокровище, чтобы никто его не украл. Тисса показал нам, что мы являемся сокровищем. Иисус отдал себя, чтобы мы имели все. Он отдал жизнь, чтобы заплатить за нашу землю. Когда Иисус смотрит на нас, то не говорит, что мы жестокие, черствые, ничтожные неудачники. Он говорит, что мы его бесценное сокровище. Давайте вернемся к женщине и потерянной монете. У каждой монеты есть две стороны. Одна сторона монеты — это Иисус, который желает спасти нас, чего бы это ни стоило, даже если придется ползать на коленях. А как насчет второй стороны монеты? Если для Иисуса главное спасти потерянных, то для христианина это значит, что Христос уже сделал для него все. Почему же Иисус говорит, что жатвы много, а работников мало? Почему многие христиане сомневаются в том, что нужно свидетельствовать о своей вере? Некоторые вообще никогда не делали этого. Неужели это настолько сложно? Я задал этот вопрос моим друзьям, а они ответили так. Мы попробовали делиться своей верой, но нас отвергали, поэтому мы сдались. Некоторые сказали, что они слишком заняты. И я понимаю. Мы все очень заняты. И, наверное, все мы знаем, каково это — делиться своей верой и быть отвергнутым. Кажется, что люди не принимают тебя как личность. Но вот что я думаю. Проблема нежелания спасать потерянных людей не имеет ничего общего с чувством отверженности. Все просто слишком заняты. Я считаю, что есть три главных фактора, которые формируют эту проблему. Если бы мы смогли решить эти проблемные моменты, то ничего бы нас уже не остановило, подобно этой женщине. Во-первых, нам нужно полностью переоценить любовь Христа.
Это картина Караваджо под названием «Обращение Савла». Мне она нравится. В ней очень мощно изображен поворотный момент жизни этого человека. В юности Павел, или Савл, так его звали вначале, был гордым человеком и ненавидел христиан. Первая цель его жизни была уничтожать их. Иисус приходил, чтобы найти и спасти тех, кто потерялся, а Павел искал спасенных, чтобы убить. Но его жизнь внезапно изменилась. Эта картина описывает тот день, когда Савл направлялся в Дамаск, чтобы убить нескольких христиан. Когда он приближался к городу, ему явился Христос. На этой картине мы видим, как Савл упал с коня. Он ошеломлен. Караваджо изобразил здесь ключевым унижение Савла. Вместо того, чтобы ехать верхом на коне, он сброшен на землю, лежит в грязи у ног животного. В центре картины не Савл, а лошадь. А возле нее можно увидеть мужчину, который более заинтересован конем, нежели Савлом. Он даже не смотрит в его сторону. Он осторожно отводит коня, даже не взглянув на лежащего на земле Савла. Савл лежит на спине в грязи. Иисус сказал ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Сияние Иисуса ослепило его. Он почувствовал присутствие Христа совсем рядом. Не знаю, возможно, Иисус опустился и поднял его. Но я знаю точно, этот случай изменил Савла. Он увидел любовь Христа, и его жизнь поменялась. Савл, будучи эгоистичным, гордым убийцей, превратился в скромного, любящего христианина. Он воскликнул: «Господи, что повелишь мне делать?» Невзирая ни на что, Савл сделал бы все, что повелел бы Иисус, потому что теперь он осознал любовь Христа. Разве Иисус не изменил и профессию Савла? Теперь его работой было распространение Евангелия по миру. С раскаянием сердца он приступил к делу. Что произошло далее? Прежде всего, Савл отправился проповедовать своим друзьям иудеям. Библия говорит, что он рассказывал им об Иисусе. Они попытались убить его. Потом он проповедовал христианам, он присоединился к ним и, конечно же, был принят ими. Но когда Савл появлялся, они вставали и уходили. Он отправился проповедовать грекам. В Библии говорится, что они тоже пытались убить его. Вы говорите об отвержении, а как насчет покушения на убийство? Павел пошел в город Листру. Когда он проповедовал там, его побили камнями, а это самая ужасная смерть. Руки были связаны, он лежал на спине, кто-то из людей поднимался на специальную башню и бросал большой камень на грудную клетку в надежде поломать ребра и повредить легкие. Стоящие вокруг люди поднимали любые камни и бросали в любую часть тела, намереваясь убить, либо оставить умирать в состоянии агонии. А что произошло с Павлом? Как вы думаете? После побития камнями, люди унесли его тело из города на свалку. Ученики думали, что он мертв, но он был жив. Возможно, он был без сознания или в коматозном состоянии, но когда он очнулся, ему было очень больно, но он не сожалел ни о чем. Вместо того, чтобы жаловаться, он восхвалил Бога за то, что он позволил ему пострадать во имя Иисуса. Это картина Рембрандта. Он написал ее, когда ему было 21 год. Мы видим на ней апостола Павла в тюрьме. Он погружен в мысли. Но вместо того, чтобы беспокоиться о своем сложном положении, Павел держит ручку в левой руке, как будто думает, что написать в одном из своих вдохновенных посланий. Есть объяснение такой твердой вере, такому дерзновению. Он увидел любовь Христа, и ничего не могло остановить его. Когда Павел состарился, могу представить себе, как его друзья говорили ему: «Оставить все это. Остановись, не нужно больше совершать миссионерские походы. Наслаждайся жизнью, ты заслужил это». Библия говорит, что некоторые люди считали, что он сошел с ума, потому что он не мог не спасать потерянных людей. Это было желание всей его жизни.
Павел сказал, «Если мы выходим из себя, то для Бога, ибо любовь Христова объемлет нас, чтобы живущие не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Павел видел Иисуса. Он полюбил Его и не мог ничего с этим поделать. Он уже не мог жить для себя. Любовь Христа побуждала его искать потерянные души с таким упорством и силой, как эта женщина искала монету. Вы можете задуматься, а как я понимаю любовь Христа? Я бы хотел быть похожим на апостола Павла, но Иисус никогда не являлся ко мне в видении, Он никогда не сбрасывал меня с коня. Немного несправедливо. Позвольте мне быть практичным сейчас. Мне помогает ежедневное чтение Библии вместе с прекрасной книгой об Иисусе под названием «Желание веков». Если вы каждый день проводите время с Иисусом, узнаете о Его любви к вам, то эта любовь изменит вас изнутри. Ничего не воспрепятствует вам рассказывать о вашей вере. Первое, что мы должны сделать, это понять и оценить любовь Христа. Во-вторых, мы должны осознать масштабы вечности. Например, представьте, что вот эта веревка символизирует жизнь. Она не прерывается, а поднимается вверх и вниз, проходит через порт Сиднея, тянется к Лос-Анджелесу, а оттуда в Вашингтон, Лондон, и так 50 витков вокруг Земли. На самом деле, эта веревка просто бесконечна. Красно-желтая ее часть — это жизнь здесь, на Земле, а остальная часть веревки — это жизнь на небесах. Подобно веревке, это жизнь, которая не имеет конца. Знаете что? Странно, что многие из нас проводят свою жизнь, зациклившись только на этом красно-желтом участке. Мы работаем, 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 и можем насладиться только маленькой частью жизни, когда выходим на пенсию. Мы пренебрегаем кое-чем большим. Жизнь на Земле — это не конец, ее можно даже назвать началом. Вот что действительно важно. Если мы осознаем масштабы вечности и не будем концентрироваться только на коротком периоде жизни, то наш стиль жизни кардинально изменится. Мы будем сосредоточены не на том, чтобы только самим попасть в Царство Небесное, но будем заботиться и о том, чтобы наши семьи, друзья и все знакомые тоже там были. Спасение потерянных людей будет главной целью нашей жизни. Третий совет. Нужно иметь огромное желание спасать других. Важно понять ценность человеческой души. Это фотография моей чудесной жены Короли. Я люблю смотреть на нее. Конечно же, я бы с радостью находился рядом с ней, но иметь ее фото с собой тоже хорошо. Как-то мы с женой навещали ее родителей. Мы просмотрели видео, которое нам прислали родители. На нем Короли была еще маленькой. Несомненно, это очень старая запись, но на ней хорошо видно Короли с родителями и другими родственниками. Увидев это видео, я спросил ее папу, что это было за событие. Я думал, это был день рождения. Она радостно играла с куклой, она была так счастлива. Может, это было Рождество? Но тут ее родители ошеломили меня, рассказав, что это было видео, снято в утро похорон ее брата. Брат Короли Тимоти в 4 года погиб из-за пожара. Они рассказали мне эту историю. Родители Короли были в Сиднее, где ее маму должны были оперировать. Они попросили близкую подругу присмотреть за детьми, пока их не будет дома. Ночью соседи увидели в доме пожар. Они прибежали, чтобы помочь. Женщина, которая смотрела за детьми, выбежала из горящего дома, но когда она осознала, что дети все еще в доме, то вернулась спасать их. К сожалению, ее тело нашли у двери комнаты Тимоти. Соседи потеряли надежду, они подумали, что все в доме погибли. Но через окно они услышали голос котенка. Они решили спасти хотя бы его, разбили окно, чтобы достать его. Но сделав это, они увидели, что это не плачущий котенок, а маленькая напуганная девочка Короли.
Она была спасена, но ее братик и подруга, родители, погибли. Знаете, будучи ребенком, Короли не осознавала удивительной цены ее спасения и великой потери брата. Она играла с куклой, улыбалась, проводя время с семьей. Да, на этой земле она уже не встретится со своим братом Тимоти. Ее мама рассказала, что на похоронах Короли думала, что брат играет в прятки и скоро выйдет из этой коробки. Но увидев, как земля упала на крышку гроба, она испугалась и начала паниковать. В чем же суть? На этой земле мы подобно моей жене в детстве. Не понимаем ценности человеческой души. Мы не сгорим в домашнем пожаре, но как насчет поедающего огня, который истребит наших близких навсегда, и мы уже никогда не увидим их? Не только на этой земле, но и в вечности. Если бы мы на самом деле понимали это, повторюсь снова, ничего бы не остановило нас посвятить жизнь спасению потерянных. Кому важен размер вашего дома, марка вашей машины или место, где вы живете, бренды одежды, которые носите? Действительно важна только вечность. Несколько лет назад мы с Короли решили найти спасшего ее человека. Мы легко нашли его, потому что он еще был жив, и его дом был по соседству со сгоревшим домом. Я до сих пор помню ту разбитую грязную дорогу, которая вела к его дому. Дом был простым. Ничего особенного, но внутри него жил герой. Мы постучали, и пожилой мужчина Генри Томпсон открыл скрипящую дверь. Он взглянул на Короли, она сказала: «Здравствуйте, я Короли, та маленькая девочка, которую вы спасли в пожаре». Он посмотрел на нее и сказал: «Ты могла бы и не говорить этого. Я прекрасно знаю, кто ты. Заходи». По прошествии 40 лет этот мужчина все еще помнил ту девочку, которую спас. Когда мы вошли, моя жена рассказала мистеру Томпсону, что она пришла поблагодарить его. Поверьте, я тоже был ему благодарен. Глаза мистера Томпсона наполнились слезами. Он встал и крепко обнял мою жену. Если вам посчастливилось спасти чью-то жизнь, вы никогда не забудете этого. А насколько прекраснее спасти их для вечности? Этот человек будет всю вечность благодарен вам. И наверняка, что ценнее, вас поблагодарит сам Бог. Бог сделает все возможное, чтобы спасти вас. Сегодня Он задает нам прямой вопрос: делаем ли мы все возможное, чтобы спасти других людей?